Мое отбеливание зубов закончилось, слава богу. Так было здорово, и на меня одевали вот такую маску, как молчание ягнят. Сейчас я покажу. Вот такая дура. Вот такое. Молчание ягнят. Сразу вспомнилось. Спасибо большое. Спасибо, Наргиза Громадная. Сейчас мне зубки покрыли флюорайдом сверху. А скажи, пожалуйста, что это была за машинка? Можно рассказать? Да. Потому что я такой не, я, мне так никогда не чистили зубы. Это называется... Это что-то новое? Profi Jet. А, Broky Jet? Profi. А, Profi. Profi Jet. Ага. Ну, это как вот... И что same там? Same concept as, water pressure washer, ага. Когда вот ты ага. чистишь... Ага. Угу. Угу. Примерно то же самое. Там powder. Ага. Порошок какой-то из. Powder and pressure. Powder and pressure. Окей. Окей, I got you. Угу. А я чувствую, что у меня этот флюорайд там сворачивается в комочки. Это да, нормально? Ничего бы клевый, когда угу. Он просто сворачивается в комочки. Thank you. Ох, как здорово. И, ты говоришь, у меня зубы отбелились, да, даже на этом? Я не вижу. Я не... Ну, ты ж флюорайдом же покрыла. Ай, ну все равно это видно, на. Сейчас видишь красоту. Не описано. То есть получается, что они отбелились. Скажи еще раз, что это мои зубы. Мне все время пишут, что у меня челюсти вставные. Ну это ее настоящий зуб даю. Ага. Сейчас. Не без очков я вижу вблизи. Я в очках вблизи не вижу. А, правда, какие беленькие. Угу. Внутри-то угу. Посмотри через зеркало. А вот. Я без зеркала вижу. Смотри, там же все было черненько, а сейчас беленько. А челюсти такого красного цвета, это что? Это нормально? Еще расскажи. Красно. А, это мы же тебе пинком помазали вот этим. А, понятно. Оно уйдет угу. Чуть-чуть. Это мне помазали чем-то розовым еще. Какой он вкусный этот флюорайд. Со вкусом, по-моему, дыньки. Прям вкусненький такой. Ой, как было здорово. Спасибо громадное. Сейчас надо пойти покрасить еще волосы. Зубы отбелили. Будешь себя как новенькая. Я как всегда лежу под тепленьким одеялком, потому что у них тут холодно, у них тут прямо как это, как в этой, в операционной. Все мои инструменты, только все для меня, никаких этих, все новое. Да, инструменты все новые или они, как сказать? Это все стерилизовано. А, стерилизовано. Я думала, может, для меня все новое. Ой, спасибо. И мне еще и подарок сейчас дают. Сейчас, когда выходишь отсюда, тут еще куча всяких, ну, вот таких вот необходимых вещей. Зубная щетка, зубная паста, листерин, вот эта чистилка для зубов. И еще большие нам дала вот такие вот большие штучки, чтобы чистить. Ну, всякого разного. Флюора, это все еще у меня еще на зубах. Надо быстренько. Помазать рот кремом, потому что я так долго лежала на кресле, но там столько чистки было. Итак, это сам офис, это Валенсия Колледж. Пошли. Все, пошли. Бай-бай. Это всего лишь навсего колледж. И здесь, в этом, вот здесь конкретно, на людях учатся студенты, как чистить, как производить чистку зубов. Именно чистка зубов, именно отбеливание, все это прочее. Рот такой сухой иду. И такой сладкий весь от этого флюорайда. И вот как называется. Dental Hygiene Clinic. Моя любимая машинка, поехали. Я сегодня еще ничего не ела. Вот так вот у нас велосипеды можно прицепить на автобус. Вот их два было. Там, по-моему, три цепляются. И ехать дальше. Приехал, куда тебе надо, снял свой велик, покатался. И также домой. Очень удобно. Это все еще Валенсия Колледж. Парковки для машин, студенческих машин.
У кого нет машины, может добраться сюда на автобусе, на велике. Давай, иди. To the safety of the ride, the unidentified worker was at the Men in Black attraction. Universal quickly issued a statement calling the death sad news for all of us, and that we will do everything we can to take care of his family. The park is cooperating, or said to be cooperating, with investigators. The city of Orlando is buying the Pulse nightclub to turn it into a memorial. Mayor Buddy Dyer says the nightclub shooting affected... Сейчас говорят, город Орландо купил этот ночной клуб, свою собственность, Пульс, где были расстреляны 49 человек, купил с тем, чтобы сделать это памятником. То есть там, я раньше слышала, что они будут открывать его по новой, нет. Там просто будет памятник жертвам терактов. Как я все еще выезжаю, drive safely, be patient, карьер-центр. Так, я сейчас заеду в магазин. Сейчас, надо же остановиться. Окей. Sorry. Он говорит, ты что остановилась? И давайте побыстрее. Но там же знак остановись, не остановлюсь, по голове дадут. Какие вы все умные. Сейчас заеду в магазин ресторан Дипо, куплю себе замороженную малину, замороженное манго, что-то там может быть еще, бананчиков возьму и домой. Итак, вечер в Орландо, дорога домой, сейчас снова буду проезжать мимо центра города. Обожаю мой город, я его уже показывала 1000 раз в разных ракурсах, под разным освещением, и утром, и вечером, и днем, и ночью. Так. Тики-тики, успела, Orange Blossom. Отлично, успела. Боже, как красиво. Самолет вон идет на посадку, видно. Бензин 2.01, а везде $1.97 за галлон. Ну, так как это центр города, тут немножечко побольше. Сайкик написано. Сайкик — это ясновидящая. Кабинет ясновидящая, которая принимает, сдерет с вас долларов 50 и погадает вам на будущее. Подъезжаю к центру города, сейчас будет такое красивое озеро здесь. Так, ты давай не это. Обережно. Так. Сейчас зайду на озеро Иола. Сделаю на кружочек, похожу там по этой красоте, что тут такая толпа людей интересно была. А это скоростная трасса надо мной прямо. Айфу. Ой, какая погода замечательная. Сегодня у нас было 82 градуса. 82 градуса по Фаренгейту. Это где-то около 26 градусов тепла, несмотря на то, что сегодня 8 ноября 2016 год. Сегодня у нас Election Day. Сегодня у нас выборы президента США. Я очень надеюсь, вернее, я знаю, что будет, что я даже не надеюсь, я знаю, что будет мой любимый Трамп. Все, поехали в центр города. Поехали. Итак, поехали. Вот он, как на ладошке уже. Гостиницу недавно построили. Ап. Тут проходит линия железной дороги. Тихо. Не сюда. Пойду-ка немножко погуляю. По городу. Что-то я совсем засиделась дома. Ну, засиделась. Вчера с ребятами мы ездили. К Денису и Сереже приехали друзья. И мы вчера поехали в один из наших аквапарков красивейших. Покатались на всех этих дорожках, на всех горках, потому что людей вообще практически никого не было, очередей вообще не было, уже накатались, конечно, до умопомрачения. Я аж немножко укачалась. Если честно, я чуть-чуть даже укачалась. Вот это тоже новую гостиницу построили. Вот это наш любимый. Тетенька, ты куда ж бросаешься под колеса? Это наш суд. Самый гуманный в мире. И
сейчас я сверну на Робинсон и поеду на озеро Эола. Ненадолго. Прогуляюсь чуть-чуть. Боже, какая красотулечка, божечки мой. Какой красивый мой любимый город. Так, сворачиваем. Я успею. Желтенький, успела. Извините, но я успела. Не хочу штраф заработать. Надо было постоять. Ну, умная мысля приходит опосля. Магнолия Венюн опять идет самолет на посадку. Такая красивенькая, маленькая, такая узенькая улочка. Одностороннее движение здесь. В основном автобусы ездят. Не только автобусы, но в основном автобусы, конечно. Потому что мало кто ездит по этой улочке. Она такая красивенькая. Вообще центр города такой маленький, компактный. С узкими улочками, не знаю, почему, чем руководствовались, когда строили, могли бы сделать пошире такие авенюшки. Вот почему-то сделали такие коротенькие, вернее, узенькие улочки. Для проезда одного автобуса. Тудым-сюдым, в одну и это. Опа, поехали. Итак, где мое озеро Эола? Где мое озеро Эола? Он ли? Прямо, потому что тут одностороннее движение, направо нет поворота, потому что вот One Way написано, Public Parking. Ну, на паблик мне не надо, это Розалинд Авеню, на паблик мне не надо, я поеду на свой любимый, на свое любимое озеро Эола, вот сюда. Так, давай, мальчик, давай, проезжай. Ну, давай. Красавчик маленький. Опа-ля, опачки. Ой, пойду погуляю. Где ресторанчик, может, покушать? Я сегодня, кстати, еще ничего не ела. Ничегошеньки вообще. Вообще никак ничего. А время уже 25 минут пятого. Я две бутылки воды выпила за день, и все. И вот с левой, с правой стороны наш суд 23-этажный. Куда ты так шипишь, рычишь? Пошли. Бросила машинку. Пошли. Это ведущий разговаривает с Трампом. Только что сказали, что Хиллари в 20 штатах выигрывает. Значит, в 30 штатах выигрывает Трамп. Это Трамп. And the poll numbers have gone up to, you know, to a point where it was sort of even, and we'll find out if it was even, because when we look at the crowds of people coming out, it doesn't feel even, it feels better than that. But there's something that's happening that's amazing, and that's Obamacare. Obamacare is killing our families, it's killing our businesses, it's destroying families. Неправда, я люблю Obamacare. And businesses are shutting down, and they're hiring a small number of employees part-time, and people that never had a part-time job in their life. Тут господин Трамп, ты не прав. Obamacare, Sean. I mean, regardless of what happens tonight, Obamacare has to be repealed. Несмотря на то, что случится сегодня вечером, он сказал, кто будет выбран президент, и Obamacare должна быть ликвидирована. Это страховка. После нас открылась Вава. И приходят такие в качестве рекламки, приходят вот бесплатные, можно взять кофе, бесплатный сэндвич и бесплатный милкшейк. Или милкшейк, или, в общем, какой-то из шейков. И плюс дальше. Сейчас поеду, наберу себе всего по одному и наемся. Продюс. Это овощной магазин, ну там есть, должно быть и мясо. Не помню, ли в этом магазине есть мясо или нет. Итак, пошли. Мне нужны бананы и кое-что. Так, яблоки не нужны. Такие интересные штуки, никогда в жизни их не брала. Что это такое? Organic Pears. Это 2,99. А это рамбутан. Полосатый рамбутан. Так, что мне нужно? Что мне 99 центов одна? Это красавица. Манго. Обожаю манго. Так. On sale today. Так, $1.69. Паунд. Ну, получается где-то около $4. Вот это я люблю. Не собиралась вообще покупать их, но возьму. Просто наша хурма. А это, скорее всего, королёк. Ну, тоже хурма.
Вот этот королек называется вот так, этот хачиа. Хачи. Как я их люблю, как я люблю хурму. Обожаю. Помню, когда-то мы с мужем ездили. Лук не нужен. Ездили в Грузию и на рынке там, боже, какая там хурма, объедение. Красавица такая, здоровая, спелая. Так, ну что, наверное, мне одна луковичка нужна. Сладкий, вот он сладкий. Аня, мне нужна кукурузу. Нет, пока сегодня не до кукурузы. Так, мне нужно, что еще мне нужно сегодня? Только лишь еще бананчики. И все. Вот они. Значит, они зеленые такие. Не хочу зеленых бананов. Не хочу. Ложки возьму. Заправки везде разные, я опять путаюсь, что куда. Это дизель, это не этот. Вот у меня, оказывается, вот красненькие сюда, зелененькая, синенькая туда. И так заправляется сама. Сейчас пойду в лавочку. Осталось 2 часа до выборов. Вот кругом и всюду Трамп. Будем надеяться.